Классный контент сделали, да? Бляха. Ну вот так и работаем, ничего не понятно. Всем приветики, давненько мы с вами не снимали обычные влоги, чисто мероприятия, но хочу вас обрадовать или огорчить. Сегодняшний день не стал исключением, и мы едем кое-что снимать. Не, конечно, глобальное, мы едем просто помочь одному человечку, которого вы тоже знаете. Съездим, поснимаем, ну, возможно, повеселимся, и вам будет что-то интересное посмотреть, да и мне. Какой-то новый опыт. Короче, спешу, потому что я уже опаздываю. Думаю, что придется вызывать такси. Погода на улице максимально ужасная. То есть у нас недавно были, знаете, морозы, снег, было жарко. Ой, было холодно. А сейчас у нас начало все таять. И просто, знаете, такая вот слякоть. Все капает, все отваливается. Ноги эти проваливаются, снег. Ты идешь, все хлюпает под ногами. Вроде сегодня днем еще какой-то небольшой морозец дал. Но все равно что-то это немножко не спасло. Вызываю такси, тарифы все повышены, потому что погода не очень. Но что делать, нечего было мне поздно так выходить. Доехал я до места, вот нам вроде как вот в это здание, хотя могу ошибаться. Немножечко приоткрою вам занавесу тайн. Позвала меня Гизма, если вы помните, с нами она была на Юниконе, на Черных Материях, на Хигане, вот, девочка, которая косплеила Круэллу, Эш, Ривен, ну, могу кого-то забыть еще, возможно, кого-то еще. Короче, сегодня она проводит фотосессию кого-то и попросила поснимать для нее какие-то бэкстейджи, какие-то такие, знаете, прикольные штуки, пока она занимается работой. Вот мы сегодня этим, в принципе, и займемся. Ну, и заодно я взял вас с собой, и вы только посмотрите вообще, как происходит красота косплея, которую вы видите на фотографиях. Короче, тут куча всяких баров, куча всяких центров, и я тут немножко заплутал в этом здании. Пытаемся в Инстаграме как-то наладить мне навигацию. Поэтому тыпаю, ищу студию. Посмотрим, вот мне еще дали какие подсказки. Теперь туда написали. Ну, вроде как, идем. Надеюсь, я не промахнусь никакими дверями, и мы ровненько дойдем, куда надо. Должен быть уже такое, ну, пушняка-пушняка. Я вот думаю, кровь тебе сразу рисовать или пока обождать. Так, нам, скорее всего, тут немножко темновато. Но можно уже зайти в WhatsApp? Сейчас, там. Не хотят с вами разговаривать, все занятые. Кто это у нас? Расскажи нам, пожалуйста, кто ты сегодня. Я сегодня Pinkie Pie. Но немножко с кровинкой. Боже, вы бы знали, что мы здесь притащили. Все лежит у меня в карманах. Поэтому увидите еще попозже. Накидает. Хотя, может, лишнее будет. Вы сейчас помаду, я вам еще сожру. Бляха. I think I'm going crazy. Don't think I'll get on safe. So I'm taking six shots all straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get on. Мы пока готовимся. У нас какие-то проблемы с фотоаппаратом, поэтому ждем. Типа, ты лежишь на полу какая-нибудь, тут кексики? И я такая, и ты, да, скрываешься, типа, будешь вот так кексики. Я Дед Мороз. Борода Дед Мороз. Ну, у меня типа... Вы уже сказали, кто. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps.
I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing... Пока не готовится, решили использовать меня как... Короче, пойдем полежим. Съемки наши продолжаются. Работа, в принципе, пошла. Ну вот так и работаем, ничего непонятно. Что-то у нас пошло не по плану. Я молодец. Меня избили. Очень. Давай так, по шкале от 1 до 10, насколько... Давай снимем фан-сервис. Фан-сервис? Аня. Насколько я выгляжу по шкале от 1 до 10? Я особенно. Ого. Размажила кепсик. Это прикольно. Красивый пол. И вот первое, что мы делаем. Короче, смотри сама, довольно интересно. Да, охотно, мне очень будем нравится. Будем еще. О, господи, прям сейчас. А мы это наблюдаем постоянно. Мы отфоткались, что скажешь? Мне нравится, как я выгляжу, боже, мне кажется... Почему у меня все еще нет парня? Напомню. Мне кажется, прям так пойду. Сейчас, ее нужно разобрать. Мы отфоткались и снимались? Да, я просто кровину... Оцените один образ от 1 до 10. Я считаю 10, просто 100, миллион, нет. Кто фанаты брони, вообще ставьте лайк. Ой, вот ударила, простите. Я поставил троечку. Да. Кто как не я скажет правду. Еще раз будете брать Женю на фотосет, просто подумайте раза три. Ладно, на самом деле это было очень весело, это очень интересный опыт. Мы покромсали кексики, сейчас будем все это кушать. Конечно же, ну, конечно, кроме того раздробленного. Вот. Итак. Аня, у нас 8 минут. Я улыбаюсь. Как, как все прошло, расскажи мне. Я не так. Можете? Вот это твой кекс. Да. Я знаю. Ужас. Отмываемся. Кошмар. Ладно, мне так проще, мать. Я некрасивая уже. Уже. Ладно, пойдет. Под пиво сойдет. Ау, спасибо. Ну как? Мями. Я молодец.
что, ребятки, как так вот у нас съемочки прошли? Не знаю, что нам получится, как бы опыт был таких вот бэкстейджей, скажем так, статичных в одном месте. Точнее, у меня вообще такого опыта не было. Вот. Но было довольно-таки интересно. Посмеялись, повеселились, меня там использовали как реквизит. Не знаю, попадет ли это все в финальные фотки. Но если что-то там интересное получится, обязательно скину себя в Телеграме, чтобы вы посмотрели, понятное дело. Вот. Кто не подписан на Телеграм, подписывайтесь. Вот. Бывает, там выкладываю тоже классные штуки. Редко, потому что лентяй, но выкладываю. Фу. Тяжело идется, потому что простывшие. Театр оперы и балета. Кстати, в нем был вроде всего один раз. Один или два раза, не знаю. Вот, даже не помню на чем. Но был. Чепаем мы к метро. Немножко я задолбался, было тяжеловато. Приходилось мне поприседать, полежать, покрутиться, пообходить, побегать. Вот, попытаться выловить какие-то кадры, потому что мы снимали не только влог, но также для Ани снимали бэкстейдж. Поэтому приходилось работать на два фронта. Такие вот дела.